написали заявление, объяснили, работали. Да. А что дальше? Мы там выразили солидарность нашему сбитому. Да мы не против, мы что, против этой солидарности? Нет. Мы наоборот взяли заявление, объяснение у людей, ваших пикетчиков, все сказали, все, мы снимаем пикет. Букет продолжается. Ну что, против того, чтобы искали, вы сами знаете, сами передаете, что все идет. Возбуждено уголовное дело. Я не знаю, у меня нет организатора, я стою за ним. Какого организатора? Ну вы говорите, ну вот организаторы, они были, они вот стояли, у нас отделение были. И вот это один и тот же плакатик передают из рук в руки. Послушайте, я стою в одиночном пикете. У меня нет никаких. Вот все рядышком, вот они здесь. Они были у нас уже, написали заявление. Я ничего против не имею. Понимаете? Они написали заявление. Мы приняли к производству, занимаются. Скажите, а вы можете рассказать подробнее, чем они сейчас занимаются? Хоть что-нибудь? Вы будете убрать? При чем здесь убрать? А пикет? Что вы хотите сейчас убрать? Я вот пишет человек, вот он стоит с плакатом, я требую. Ну, пойдемте потребовать, напишите заявление. Он стоит с пикетом. Он требует, чтобы искали. Говорят, пойдемте, будем заниматься и будем искать. Чего искать? Тех людей, которые совершили преступление. Вы делаете свое дело. Так, делается. Ну а что дальше на продолжение этого? Расскажите, пожалуйста, что делается. Это очень интересно. Внимание. Я не понимаю. А, ну вы не понимаете, может, не надо. Пустота ваша. Я говорю, требовать, надо делать. Нашего просто потребовали объявление, заявление написали, все, и на том закончили. Заявление написано, Медведев заявление сделал. И Медведев сделал заявление. Нет, не мне, а вам что? Слава, он там.